Как вам каньон? Это Ленинская скала. Такой вид под Кисловодском. Шикарный, просто. Горная река. И вот такие офигенные просто виды. Дома с таким шикарным видом. Вы представьте, каждый день жить. А еще зимой тут снег, горы, вот такой каньон. Вообще офигенно просто. Свежий воздух, тут сосновые леса. Шикарно, просто шикарно, ребята. Воздух здесь офигенный, просто вкусный, приятно ощущать. Такой свежий, не жаркий день, воздух свежий. От горной реки, от сосен идет. Просто обалденно, ребята. Здесь качели были, видимо, украли. Вот покажу ближе Лердовскую скалу. Почему Лердовская скала? Здесь просто, может быть, однажды Лермонтов прогулялся. Вот и все. И Лердовская скала. Но место эпичное, очень красиво. Дождь, не подходи. Да, высота огромная тут. Трындец. Осторожно. Это каньонище. Вот мы и нашли водопад. Смотрите, какой мощный. Близко не подходите, смотрите, снесет волной. Нельзя близко подходить. А как вам? Ну воду пить отсюда нельзя, отравишься. Вот так, как сейчас я буду делать, нельзя. Там бараны, тут волки там все. Вот так вот нельзя. Поехали. Вот мы дошли до такой локации. Заброшенная дача чья-то. Представьте. Судя по всему, можно было оттуда дойти, да, по дорожке. Но здесь давно не ездили никто. Вот до сюда, потом дальше даже ни троп, ничего нет. Он здесь брошен давно. Ну что, вниз пойдем дальше? О, елку. С Нового года. Туда. Там просто там не пройдешь, там. Там это лужи такие, заболоченное место. Там тропа заболоченная. Не, точно заболоченная. Есть? Здесь явно давно никто не ходил. Офигеть, мы обнаружили первооткрывателя, да-да, дорожку. Тут парк какой-то, может,
Хрен его знает, может куда-нибудь выйдем. Понятия не имею, куда мы идем. Ну свет вроде как, провода есть, но там дача вот эта заброшенная. Водопровод даже есть. Ну, доступное жилье. Называется доступное жилье. Вон, ориентиры речка, доступное жилье. Можете заходить в эту заброшку и, пожалуйста, ремонт делайте. И вон тоже доступное жилье есть. Ага. Речки везде, прям в траве. Кстати, да. Вот мы уже в ущелье, в каньоне, в лесу. Такие виды у нас. Обнаружили заброшку. Кто-то дачу построил и бросил. Но там тоже какое-то сооружение сзади меня. Непонятного происхождения. Ну место вообще абсолютно дикое. Давно, очень давно заброшенное. Какие-то катакомбы. А там вода. Вода? Угу. Там этот какой-то, может быть, воду набирали, там, наверное, вода набиралась, вода, и оттуда, может быть, качали. Скорее всего. Пойдем, дочь, наверное. До речки идем. Куда идем? Фиг его знает. Туда на горы подниматься явно нам без вариантов. И цель добраться до низа каньона вот этого Лермонтовского. Не знаю, куда придем. Ну раз река текет вниз, значит можно этот из этого исходя, то что куда-то она же придет, можно идти. В принципе, можно обратно та же этот подняться и это же. Да, не по реке. Нет, если чуть-чуть натоптано, то видит коровы тут ходят. Да. Вот это кушири. Не упали. Осторожно. Это вам не плюшки. Смотрите, какой каскад обнаружили. И сейчас пойдем вниз туда, по ущелью. Вот мы, ребят, полезли. По горной реке. К ущелью к Лермонтовской скале. Скале Лермонтова. Это осторожнее, там идет. Дождь тебя снимать? Осторожней. Как вам речка?
Профессия. Шлёпки надо было, конечно, одеть. Вот еще мощный водопад. Мощный водопад. Подписывайся на канал. Канал Андрей на юге. Будет много интересного. Каньоны, горы, реки. Подписывайся.